Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец, с вами Сергей. Сегодня сделаем интересную и полезную самоделку из вот такого пластикового ведра. И также остался у меня вот такой поддончик от старого цветочного горшка. Вот как раз из этих двух предметов мы сегодня сделаем с вами полезную самоделочку. Ну а что из этого у нас получится, мы сейчас увидим. Давайте приступать, поехали! Друзья, получилась у нас в итоге вот такая простенькая бункерная кормушка. Делал я ее для цыплят. Результатом вполне доволен. Также данную кормушку можно сделать большим объемом для курятника. К примеру, нижнее основание можно взять 10-литровое ведро, а куда засыпать 5-литровое ведро. И этого будет вполне достаточно. Также хотел сказать, что данную кормушку лучше подвешивать. Тогда никакой мусор сюда в зерно не будет попадать. И если мы делаем для курей, допустим, под зерносмесь, то тогда нижние отверстия нужно делать чуть больше.
На этом, думаю, будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также напишите в комментариях, а какие вы кормушки используете в своем курятнике. Считаете ли, что данная кормушка подходит для кормления цыплят? Всегда рад вас выслушать и ответить на ваши комментарии. Ну а мы на этом заканчиваем. Всем пока. До новых встреч.